Почему Саратов утратил свои символы? На этот раз ответить на вопрос гостя из Мозамбика, наверное, не получится. Вряд ли кто-нибудь сможет дать четкий ответ. Стерлядь из Волги уплыла в Красную книгу после строительства каскада Волжских ГЭС. О том, что лавочка с гармонистом – это памятник саратовской гармошки, и многие местные не знают. Саратовский калач, за которым в прошлом веке выстраивались очереди, пекут только на одном хлебокомбинате, да и то буквально штучными экземплярами. Может, все дело в том, что у нас самих и все эти символы уже не вызывают интерес, а нет спроса, нет и предложения.